Это «Новости в форме». С вами Анна Чижлитаж. Добрый день. Глава оборонного ведомства генерал-лейтенант Виктор Хренин провел протокольную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики господином Се Сяоюном. Стороны обсудили основные сферы двустороннего военного сотрудничества, определили дальнейшие пути их активизации. В смешанной авиационной базе прошла тренировка по поисково-спасательному обеспечению полетов. По замыслу занятий воздушное судно потерпело крушение в районе города Барановичи. Экипаж подал сигнал бедствия. Условно пострадавшие были эвакуированы дежурными силами на вертолете Ми-8. Популярный российский телеведущий, актер и сценарист Леонид Якубович прибыл в Минск. Повод для визита – поздравление ветерана Великой Отечественной войны Павла Ярошенко с Днем Победы. Вместе они возложили цветы к мемориалу погибших летчиков и посадили деревья в парке авиационного клуба. К слову, Павлу Сафроновичу 96 лет. На фронт он ушел в 43-м. Служил старшим связистом. Победу над фашистами встретил 9 мая в Берлине. После окончания войны и до сегодняшнего дня трудится военным журналистом. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра на YouTube-канале ВНТВ Беларуси и в наших социальных сетях. До встречи!